Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Снеговик, Енот. Как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас арена. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Я придумал новый режим, будем его вместе с вами обкатывать. У нас есть шар смерти, у нас есть аниматроники, у нас по одному хп. И когда шар смерти кого-то касается, мы умираем. И тот, кто умрет, тоже превращается в шар. И в конце, получается, у нас будет много шаров и один выживший. И тот выживший сможет взять быстрее аниматроника. И будет, наверное, интересно. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем обкатывать новую рубрику. Я еще название не придумал. Вернулась наша старая традиция. Теперь мы в роликах опять разыгрываем Гаррис Мод. Что нужно сделать? Лайк, коммент, подписка. И вы участвуете в розыгрыше. Так, так, так. Начнем с тебя. А это не я. Это ты. Нет, это не я. Это ты. Ты не поймешь, не убьешь меня, знаешь почему? Потому что я профессионал. Я же аниматроник классный, пацаны бегают, ссыте, да? Другие режимы переключать нельзя быстрые, только на этом. Так, так, так. Кстати, может мы взяли все-таки быстрых аниматроников? Нет, я их легко могу задавить. Так давай дави, я хочу уже эпик. Да ну как ты его не убил, да как? Это было настолько рядом. Да, это его уже это, как его крюк уже докоснулся до моего шарика. Ну это видно, шар твой какой-то этот, не очень такой смертельный. Да. Изватный. Ну давай, 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 есть! Блин, да прикольно, смотрится, ты прямо вот четко задавил. Ну что, два шара, и теперь мочи будет Димаса. Много... А че Димаса сразу, как ты видишь мой... А, ты же мой ник видишь. Нет. А, ты не видишь мой ник? Да, ты сам палишься. Да блин! Да ты угадал просто ту сторону, в которую я буду идти. И второй еще. Блин, пацаны, оставьте мне одного. Я тоже хочу. Шар смерти вышел на охоту. Ого, камера так далеко. Мне нравится. Да, это очень удобно. Офигеть, пацаны, давайте делаем облаву. Давайте, давай. О, подождите, когда останется один, не давим его. Давай, 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 давай. Все, вот, правильно, пацаны. Обрезаю его. Да блин. Давай. Блин, классная рубрика, мне так она нравится. Давайте. Давайте вот так делаем, стеной, то стеной. Слева, то справа. Во-во-во-во-во-во. Да блин. Я был рядом. Давай. Ах, ты жук навозный. Вот так, все, пацаны, я его давлю. Есть. Я это сделал. Пацаны, знаете, что я хочу? Оставайтесь шарами, давайте я повыживаю, я возьму аниматроника. Я хочу, чтобы вы мне помочили. Давай. Я покажу, как надо выживать, это все очень слабо. Сейчас, подождите, это не быстрый, это не быстрый. Короче, это уже новая рубрика, когда... хороший. Кто-кто? Ой, марионетка? Не-не-не, подожди. Марионетка, по-моему, слишком быстро. Так, вот это же в этом смысл, что вы должны подловить меня. Ну мы и так Фокси не поймали. Да нет, но на самом деле мы его легко поймали. Сколько вы? Минуту ловили? Это быстро было? Ну где-то даже полминуты. А ну давайте вот этого проверим. Да ну да, ты говоришь, хочу убить, а? Мы легко вызывали. Нет, пацаны. Вот. Все, я решил, кого я буду брать, все-таки... Марионетка победила. Давай. Ну что, раз, два, три. Выживание началось. Ноль. Поймайте марионетку, а для начала выставите мне кто-то один мы хп. Мы тебя поймем. Давай, давай, давай. Один хп делайте, пацаны. Все, отлично. О, теперь мне классно. А я буду между шарами лаврировать, смотрите. Просто, я знаю, что этот будет чувак бояться, а я не буду. Блин, круто выживать. Ну ладно. Стойте еще раз. Выживает. Да ну еще раз, стой. Я поддался специально. Не, ты уже круто выжил. Нет, стой. А потом ты будешь, умник. Ты думаешь, легко так выживать? Не. Очень сложно. Я знаю, что это нелегко. А ну давайте, вот это я не помню, он быстро бегает или нет? Да ну ты жук. Ой. Да хватит мне бить по башке. Все, выбрал. Неуправляемый. Сейчас. Кто неуправляемый? Управляемый я. Да не ты. А, не, не ты. Медленно. Все, вот этот псих очень быстрый. Давай, делай один хп. Давай. Ну что, ребята, пишите в комментариях. Время, сколько я продержусь. Я делаю себе ставку на одну минуту. 10 секунд, 30. Так, что-то магия, ты холодно. Ребята, Димас не наивный. Наверное. Я меняю всегда свою этот, резко свою траекторию меняю. Не, ребята, все-таки я считаю, что можно вечно выживать. Надо еще брать игроков нам и с ними выживать. 16 мечей против одного тебя.
Прорываемся, просто прорываемся сквозь толпу, мы тащим. Ребят, не надо кучковаться. Надо, надо, надо. Нет. Я даже могу постоять. Постой. Ой, давайте с прыжка. Мы же прыгаем. Давайте с прыжка, может завалите меня. Не, прыжки нас очень сильно. Что, пацаны, может мне длиннее все-таки взять? Или вы тактику будете какую-то применять? Мы так будем. Тактика не кучковаться, вот моя тактика. А все кучкуются. Нужно, короче, подпрыгнуть, а он куда побежит. Да, это... а я бегу-бегу на работу в пиццерию. Пацанчики не могут меня убить. Потому что медленнее шары. Сейчас бы коробку бы сделали, шаров бы, и вот здесь поймали. Да, можно реально поймать. Главное сделать коробочку. Вообще наизично выживаю. Просто, ребята, вот так вот, хоп, и пробежал мимо. Знаете почему? Они когда катятся вперед, они не могут резко влево или вправо. Я это использую. Вот смотрите, вот у него есть траектория. Смотрите, просто между ша... Да, между шаров. Хорошо, давай, умник, давай мы тебя будем ловить. Бери ты аниматроник, а я беру шар. Я тоже хочу подавить тебя. Так, фан. У нас еще есть разные пилпаки, можно потом... А вообще наносят голубь дома? А что, можно читерить, да? Можно читерить. Это каким образом читерить? Ну, я возьму... Ну, сейчас увидишь. Не, телепортироваться нельзя. Нет, я не телепортироваться. А что ты будешь делать? Я просто от вас спрячусь и все. Ну давай. Куда? В смысле ты спрячешься? Давай спускайся, секунд. А, все, давайте, один хп так, ему нет, делайте. Нет. Я. Да, алло, я еще не выбрал. А, ты не выбрал? Давай, у тебя одна секунда. Сейчас надо сначала его сломать, подождите. Сломал, о, нормальный вот этот вот. Сейчас сломаю, подожди. Давай. А, так ты еще медленнее стал. Во. За это надо тебя давить. Вот. О, все, пойдет? Во. Да, сейчас себе сделаю. Да не врезайтесь в меня, дайте себе. Давайте. Говори, не врезайтесь. Даем ему время. Все. 1-0, вперед. Выживание началось, пацаны, ловите его. Это будет легко. Да, вам так кажется, а легко очень выживать здесь. А, он еще и ржет над нами. Блин, ты такой легкий, вообще примитивный. Получается, я дольше всех выживал. Мне кажется, я точно минуту выживал. Можно я? Давай ты. Последний раунд, пацаны. Подписчик против шаров смерти. Любого, да? Любого, только очень быстро. Да, быстрого главного. Так, мы уже приближаемся тебя мочить. Я даже шлифую на шаре. Смотрите, буксую в воздухе. А, ты взял тоже? Он, кстати, очень быстрый. Так, буксуй шар. Вот этого. Ну что? А, один хп есть. Погнали. Пацаны, мы его поймаем. А, видите, он как я играет. Молодец. Ах ты жопа, обманщик. Так, мы сейчас его поймаем. Пишите в комментариях, сколько времени он продержится. Блин, а, вы очень слабые. Что так слабо? Давайте я попробую. Ну давай, еще раз. Мне так понравился этот режим, что я поиграл в него постоянно. Прикольно получилось. Знаете, что мы можем в следующий раз взять? Мы можем какой-то лабиринт широкий взять, и мы будем по лабиринту кататься, а он будет убегать. Так, что у нас, Азриэль, да? О, все. 1-2, все. Ах ты читер, я знал, что он возьмет более быстрого. Но тебе не справиться с шарами смерти. Не-не-не, есть план. Так, пацаны, молодцы. План съесть кабаку. Гонимся за ним. Представьте, когда будет 16 человек, в следующий раз мы будем 16 записывать. Дави! Еще чуть-чуть! Блин, на соплях, пацаны! Йо-йо-йо, еще чуть-чуть! Ой-ой-ой, прям возле шара! Да! Задавил. Так прикольно раздавило тебя. Я бочком просто, я еду, и такой, а почему бы не поехать бочком? Я думаю, ну что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, и всем пока!